Психотерапевтическая клиника ЕМСИ представляет не столь распространенное для России направление лиазоновской или психосоматической психиатрии. Помимо традиционной помощи, которую оказывают психиатры и психотерапевты, мы работаем в команде со всеми врачами Европейского медицинского центра, оказывая помощь и поддержку пациентам с тяжелыми соматическими заболеваниями. В нашем отделении работает команда психиатров, психотерапевтов, нейропсихологов. Если говорить о нашей миссии, о той основной помощи и работе, которую мы делаем в клинике, это помощь и поддержка пациентам с тяжелыми соматическими заболеваниями. Это разные направления. Это работа и с кардиологическими пациентами, и с пациентами, страдающими дерматологическими заболеваниями, гастроэнтерологическими. Но, конечно, основное направление – это поддержка пациентов с онкологическими заболеваниями. Онкологические заболевания являются стрессом для пациента и для его родственников. И это те состояния, когда стресс, связанный с болезнью, может существенно влиять на то, как пациент переносит лечение. Когда мы работаем с пациентами с тяжелыми соматическими, в том числе онкологическими заболеваниями, наша поддержка начинается с информации, с того, что называют психообразовательным форматом, когда у пациента и его родственников есть возможность обсудить с психиатром, психологом, психотерапевтом все вопросы, связанные с заболеванием, диагнозом, лечением. Подобный психообразовательный подход мы используем в работе с различными пациентами. Так у нас действует школа диабета, где пациенты, страдающие эндокринологическими заболеваниями, сахарным диабетом, теми заболеваниями, которые ассоциированы с высоким стрессом и с изменением правил жизни, иногда условий жизни, имеют возможность обсудить с нашими специалистами различные аспекты жизни с заболеванием и того, как адаптировать свою жизнь к заболеванию таким образом, чтобы максимально сохранить привычный образ жизни, сохранить качество жизни. Одно из важных направлений работы с пациентами с соматическими заболеваниями – это поддержка и сопровождение родственников. Одна из основных задач нашей работы – это научить родственников правильно поддерживать пациента, найти лучшие пути общения, которые позволят сохранить привычную жизнь семьи, максимально снизить тот стресс, который переживает семья в это время. В некоторых случаях пациентам требуется и лекарственное лечение. Это могут быть антидепрессанты, это могут быть препараты, которые помогают справиться с тревогой или с нарушениями сна, со всеми теми проблемами, с которыми так часто сталкиваются пациенты с тяжелыми соматическими, например, онкологическими заболеваниями, проблемами, которым пациенты иногда не придают значения или скрывают, которые действительно требуют иногда неотложной помощи. Нейропсихологическая коррекция на сегодняшний день – это эффективное средство помощи детям, которые сталкиваются с проблемами обучения, общения друг с другом, коммуникации со взрослыми, с учителями, освоения учебных навыков, школьных предметов и тому подобное. Нейропсихология объединяет в себе такие направления деятельности, как логопедия, психология, дефектология. На сегодняшний день накоплено большое количество методов, позволяющих работать с ребенком эффективно, помогаем ему в таких проблемах, как трудности освоения счета, письма, чтения. Программа нейропсихологической коррекции представляет собой комплекс упражнений, которые построены в соответствии с ходом естественного развития ребенка. Ребенку предлагается возможность постепенно осваивать простые элементарные действия, лишь потом переходя к более сложным комплексным навыкам. Занятия с нейропсихологом построены в игровой форме. Ребенок замотивирован, ему интересно, решает несложные умственные задачи, считает, подсчитывает количество выполненных действий, думает, сколько ему еще осталось. В ходе таких несложных и интересных занятий ребенок формирует те психические навыки, которые нужны ему в школе, которые позволят ему преодолеть проблемы в учебе, постараться перейти от двоек к четверкам, а дальше к пятеркам. Поддержка нейропсихолога в будущем позволит ребенку в полной мере реализовать свои возможности и способности. Часто люди стесняются идти к врачу. Они воспринимают депрессию не как болезнь, а как слабость характера. Хотя это совершенно не так. Депрессия – это точно такое же заболевание, как и все остальные. В нашей клинике мы оказываем комплексную поддержку людям, страдающим депрессивными заболеваниями, тревожными расстройствами. Эти состояния требуют лечения. И тут очень важна
точная диагностика с использованием современных стандартов, современных подходов к пониманию этих состояний и разработки плана лечения в соответствии с международными руководствами. Мы используем современные антидепрессанты, а также психотерапевтическую поддержку, и золотым стандартом лечения депрессивных и тревожных расстройств является когнитивно-поведенческая психотерапия. Нарушение сна является, наверное, самой распространенной жалобой, с которой к нам приходят пациенты. И очень часто люди приходят, имея уже многолетний опыт лечения и принимая снотворные препараты, и даже имея от них зависимость. В нашей клинике мы используем современный подход к лечению расстройств сна. Он включает в себя в первую очередь психообразование человека с пояснением ему причин бессонницы, нормальной физиологии сна, причин, которые могут вызвать нарушение сна. Даем рекомендации по образу жизни, по гигиене сна. Кроме того, мы используем психотерапевтические подходы, меняя отношение человека к самому процессу сна. Если эти методы оказываются недостаточно эффективными, только в том случае в качестве поддержки коротким курсом мы назначаем снотворные средства, а как базовую терапию используем антидепрессанты. В ситуациях острого стресса или хронических психоэмоциональных нагрузок человеку бывает очень важно сменить обстановку. В таких случаях мы предлагаем краткосрочные госпитализации в стационар. Это не только помогает сменить обстановку, но и помогает более тщательно оценить состояние человека и предложить ему более интенсивную терапию, как лекарственную, так и психотерапевтическую, и в том числе вспомогательные методы лечения, такие как физиотерапия, массаж, релаксационные мероприятия, лечебная физкультура. После курса такого лечения в стационаре человек способен вернуться в привычную для себя среду, но имея уже другой эмоциональный фон, другой настрой и другой уровень совладания со стрессом. Существует предубеждение, что нарушения, возникающие в пожилом возрасте, не поддаются коррекции. Но это не так. В нашей клинике мы оказываем комплексную поддержку людям пожилого возраста, которая включает диагностику имеющихся проблем и разработку методов их коррекции. В коррекцию может включаться как лекарственная терапия при необходимости, также и комплекс реабилитационных программ, куда входят программы по нейрокогнитивной реабилитации, разработка плана физической нагрузки, составление распорядка дня. Эти мероприятия позволяют пожилому человеку поддерживать активный образ жизни, сохранять длительное время ясность ума и радовать себя и своих близких.